Так, ну вот, Серега отрыбачился сегодня со льда. Расскажи. Да, рыбалка трудовая. Пришлось рыбку уговаривать. На что ловил? Паста со дна на понтоне правая сторона. Я понял. По рыбе видно сразу, что рыба зимняя. Да, и по мне тоже, со льда. Что тоже зимний. Замерз, рыбалка, нет? Ну, не очень, но как бодренько весь день на улице. Я понял. Рыбалкой доволен, спасибо, Савельева. Пожалуйста, приезжай. Хорошо.